Этот спуск возле старой военной части для автомобилистов давно стал игрой в рулетку. Выбросит из колеи или не выбросит? Попадется навстречу машина или нет? Предугадать исход крайне сложно, а ставка всегда высока. Риск стать участником ДТП. Жители старой Борцовой заимки рады бы выбрать маршрут безопасней, но не могут. Но эта дорога единственная для нашей части поселка Борцовая заимка. Другой у нас нет. В этом году не обслуживалась, ни разу не чистилась. С начала снежного сезона, говорят местные жители, снегоочистительная техника здесь не была. Дорогу в город колесами своих машин пробили сами автомобилисты. Проехать теперь худо-бедно можно, а вот чувствовать себя при этом в безопасности нет. Автовладелец Владимир Старков аварии здесь встречает частенько. Очень большая колея. И что, вырулить не можешь? Я из-за этого почему? Тут было две аварии сильные. Детей возят на секции. Сергей Терентьев говорит, что не раз просил прислать трактор для расчистки дороги. Но ни в администрации города, ни в Автодорстрое к его просьбам не прислушались. Однажды голос в трубке ответил в духе: денег нет на прочистку, но выдержитесь. Ведь мы 10 километров буквально от городской администрации находимся. И в таком вот живем, как будто это в самой глухой деревне. Ну, мне это непонятно. И обидно, и горько, конечно. Вот, все осознавать, что мы совсем как бы не жители города Барнаула, Барнаульского округа. В дорожном комитете признают, улица Вечерняя из тех объектов, которые непонятно, на чьем балансе состоят. А что касается периодичности расчистки, она в основном зависит от муниципального задания. А оно, судя по всему, после нашего обращения в мэрию уже дано. Подведомственному учреждению «Автодорстрой» дано поручение выполнить работы по очистке участка дороги, который связывает поселок Борцовую заимку с поселком Кирова, в ближайшее время. То есть работы планируем провести до 24 числа. Ну а жителям Борцовой заимки, похоже, остается гадать, станет ли грядущая расчистка единичной акцией или дорожники теперь будут на Вечернюю заезжать периодически. На следующую неделю синоптики вновь прогнозируют обильные снегопады. Алексей Янкин, Алексей Фризин, информационный канал «Город».